Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DC Worlds Collide. А ну-ка дай мне все здесь, что мы заработали. Отлично. Так, характеристики, подожди чуть-чуть. Это мы попозже. Так, а тут у меня, наверное, уже добыли добычу. Ну-ка посмотрим, да. Выполнено, комплит. Насколько ты помнишь, вот эти вот гайки и болты нам нужны для того, чтобы улучшать наши шмотки. Так, давай-ка мы, наверное... А я могу отправить? Ага, через 12 часов 19 минут будет следующая миссия только доступна. Окей, ладно. Придется подождать. Никуда ты не денешься. Этот все тащит нам. Дрон летает и приносит нам по ящичку. Китя, что ты хочешь мне? Ага. Забрал. Забрал. Это пока недоступно. Ладно, хорошо, подождем. Так, ребят, я узнал одну вещь. Помните, мы дрались с боссом? По-моему, вот здесь, если не ошибаюсь. Нет, вот здесь, да? Так вот. Понимаешь, в чем суть? Здесь каждый день новый босс. То есть они меняются. А теперь, как ты видишь, у нас в противниках стоит зеленый фонарь. Надо будет проверить. Так, а здесь у нас... Подожди, не сюда. Вот тут вот 46%. А, тут мы с тобой не прошли. Да, мы пока еще слабоваты. Конечно, хотелось бы получить супер этот ящик, который там стоит на... в награде. И многие спрашивают: Рей, а где скачать игру или что делать, если она недоступна в нашем... в нашей стране? Ребят, ну, лично я скачивал через АПК. То есть я находил в интернете АПКшку и уже загружал ее в эмулятор. Потом она, естественно, синхронизировалась уже с сервером и, соответственно, догружала кэш. Все. Другого варианта я пока не знаю, потому что действительно ее в магазине, а Google Play ее нету. Так что скачивай АПК, спокойно переноси ее в эмулятор или устанавливай себе на телефоне. И все, никаких проблем, она идет. Дальше ты создаешь аккаунт, привязываешь ее к Фейсбуку через VPN-ку. Ну и дальше спокойненько себе играешь. Так, ладно. Что я хотел сделать? Я хотел, ребята, смотри, кстати, про машину. Про машину, оказывается, можно было посмотреть ролик. Вот сюда вот кликаешь. Ну, конечно, тут ничего такого особенного нету. Просто показывают Бэтмобиль, как он едет, как его тут хотят атаковать. И он все преграды объезжает на изи. Типа такой трейлер машины Бэтмобиля. Конечно, хочется получить его. Что он нам будет давать, я не знаю. Так, и вот здесь еще есть кое-что. Какие-то воспоминания или что-то из этого ряда. Смотри, все персонажи. Ты, кстати, узнаешь вот это вот? Да-да, это ядовитый плющ. Так, а тут заставки нету, да, друзья мои? Тут заставки нету. Я просто, когда в первый раз запускал, тут был ролик. Но это было за кадром, я думал, что он будет повторяться, а его не повторялось. Тут как раз вот показывали, как они пришли сюда, на это вот собрание или что это, я не знаю, ребят. Так, плющ и пугало. А, тут еще двуликий даже есть. Такой. Конечно, интересно было бы почитать на русском языке, что они тут обсуждают. Грот. А вот это, что-то так на Киркорова похоже. Ребят, согласитесь, похож на Киркорова. Что-то между Киркоровым и нашим этим Тимати, да, есть какое-то такое небольшое сходство. Dead Strike. Так, что-то они тут, они не поделили. Он еще угрожает пистолетом, видел? Опа! И что это? Возьму черную манту и... Тут ограниченный ряд персонажей. То есть вот только их могу я взять. Файт. И против кого? Ё-моё, да куда там 27 тысяч? Вы что, серьезно, что ли? Да нет, конечно. Друзья, здесь... Я не смогу победить. Ага, вот он, выскочка. Но он один. Фига, он там выбирает еще себе оружие. Какое взять.
Неплохо, да? Как тебе такой расклад? Эй! Ну так нечестно. Так, Гросс, что он делает? Мы понизили ему защиту. Да ты достанешь так, а? По-моему, Гроду сейчас будет кранты. Не, ну 27 тысяч мощей, это, конечно, очень жестко. Это, ребят, очень жестко. Надо прокачиваться. Блэк Манта, лучи. Ать, добил все-таки его. Все-таки добил. Ты понял, в чем прикол? Здесь нельзя, чтобы кто-то из наших погиб. Этот, что ли? Как его? Аквамен? Ох ты. Супермен. Ёк-макарёк. Чё там, Лига Справедливости? Короче, он покончится с Лигой Справедливости, сказал. Пускай губишки закатает обратно. Нет, давай-ка мы вначале еще немножко подкачаемся, а потом пойдем уже. Характеристики смотрим. Франкенштейн. Автоэквип. Отлично. Нехватка у нас опыта. Кстати, у нас Грод тоже, ребята, как вы видите, легендарный персонаж. Но не могу я никого пока прокачать. Ладно, пойдем с тобой на 4-4. Получается, здесь 4-6, 4-9. Поехали. Так, ну тут 5346 мощей у нашего противника. Я думаю, ребят, мы справимся. Единственное, что я, наверное, уберу все-таки этого парнишку и поставлю вот так вот. И Грода, наверное, возьмем вместо... вместо Манты, наверное, да? Хотя, с другой стороны, Манта очень даже неплох в массовой резне. Оставим его. Луч у него очень шикарный. Пробивной луч, который он делает. Вот Колда можно было бы, конечно, поменять. А, наверное, да? Сейчас траванет всех. Замечательно. Так, давай сразу же следующую... следующую битву. Заключенные тут сосунки. Да ты смотри-ка, выжил. Чуткарик. Следующую стадию давайте. Ага. Хантресс, охотница там, смотрю. И Старфайр. Фига она себе. Понижает нам защиту, плюс накладывает поджог, плюс кровотечение. А есть кто-нибудь такой, кто может снять вот эти все дебафы? Вот что мне интересно знать. Наверняка должен быть такой персонаж. Что-то как-то они тут ходят, по-моему, чересчур часто. И хотелось бы узнать, есть ли тут хиллер. Так, Бэтмен. Ну, Бэтмен, понятно, со своим мощным суперударом. И остаются у нас боссики. Но я думаю, что... ага. Это босс, а это, оказывается, просто приспешник. Вообще, Франк, конечно, наяривает, будь здоров. Тут уж не поспоришь. Красавчики, справились. Молодцы.
Следующая стадия. Здесь быстро все сделаем. Давай я, наверное, поставлю третью скорость. Все, прожарили мы их. Будет босяцкий? Пока нет. Боссов нету. Мне нравится, что на задний ряд просто сжигает. Такой подрывник, блин. Ага. А вот это уже интересно. Кто это такой? Что это он? Что он делает? Фига, заморозил. Интересно, что это за цветочек, который он повесил? И вот тут, смотри, какой-то... А, кристалл это, видимо, замороженный, да, получается? Фига ты там чистишь, парень, с выстрелами-то. Давай, завязывай. Франкенштейн так и выглядит на картинке. Все, мы его подбили. Что за цветок он ему дал, а? Непонятно. Все, отдупился. Ну и остается тут обычная шпана. Ах. Не, ну конечно, с такими выстрелами, блин, по 30 раз стреляя. Франк психанул. На, ну рубанул бы ты лучше бы вот этого, конечно. Сейчас добьют, сейчас добьют паренька. Нет. Ты чудом вышел, просто чудом. Так, миссия выполнена. То есть возвращаемся на базу. И у нас тут Hell of Justice. Hell of Justice, это что-то, знаешь, справедливость. Так. Гильдия. Вау. Друзья мои, тут гильдия, оказывается, еще есть. Вот сюда я могу вступить. Русские гильдии есть? А я могу свою создать? Тут везде английский, английский. Слушай, надо свою гильдию создавать. Мне так кажется. Да, друзья мои? А как ее создать-то? Подожди, надо... Вот, наверное, это вступить, а это создать. Ну, например, как обычно у нас, ребята. Напишем по-русски, наверное, да? Я сомневаюсь, что ее займут. Так, легион. Язык. Твою налево, русского-то нету. Ну, поставим английский. Хотя лучше... Русский, конечно же. Ну что там, будет сейчас 3 часа что-то там думать. Кстати, а у меня... Блин, ребята, у меня не хватит кристаллов. Нужно 643, а у меня всего лишь 200. Что-то обдумывает там. Возможно, даже зависло. Ладно, подождем. Так, реконнект какой-то был. Что там закрыть? Наверное, так оставить. Теги. Давай вот так вот поставим. Что, я создал? А, мерсенария, то есть это защитники. Этого нету. Это какие-то у нас турниры. Инфо гильдии. И гильдейские челленджи будут. Так я создал или нет, я так и не понял.
создал, ребята. Потому что у меня осталось 443 кристалла. Да. Гильдия Легион. Все, ребята, можете вступать, если захотите. Если вы эту игру скачаете. Так, что я хотел взять? Угу. Забираем здесь награду. Ага, здесь тоже 20 тысяч монет забрал. Это в процессе у нас, да? В процессе прохождения. То есть нам нужно 4.21 пройти. Но это только здесь, а у нас еще, не забывая, вот тут вот. Это у нас Готэм Сити. В город мы еще в Готэм Сити не перешли, получается. Окей. Что там Китти? А, Китти мне уже подарочек приготовила. Слушай, давай-ка я, наверное, заюзаю. Так, мы еще здесь что-то получаем. Ох, друзья мои, а это уже гильдейский магазинчик. Ты смотри, 3000 монет получаешь, есть вероятность получить 5 дынка на легендарного персонажа. Это уже хорошо. Так, я хотел заюзать что? Что это у нас тут? Пока непонятно. Погоди секундочку. А где мои вещи? Там... Вот, вот здесь вот. Вот оно. Так, на 2 часа и на 2 часа. Это получается... Купон заюзать. Это характеристики. Я, наверное, заюзаю. Это я точно заюзал? Да, это опыт. Опыт за 2 часа. Сколько бы ты мог заработать? А это, видимо, деньги, да? За все это время. Вот как оно получается, ребят. Также есть у нас чемоданчик. Так, 10 карточек на загадочника. Вот такие вот нам выдали карточки на персонажей. А что же вот это такое? Пока не пойму. Так, давай еще один чемоданчик заюзаем. Ага, 10 карточек на пантерочку. Так, давай здесь посмотрим. Крок. Вот крокодила у меня, кстати, нету еще. К сожалению. Так, ну что, денег мы получили, поэтому я могу, наверное... Кстати, секундочку, у нас еще, по-моему, есть, да, карточка. Кстати, смотри внимательно, что я еще хотел... Подожди, здесь это показывается или где? Блин, я забыл, где показывается там... Да, по-моему, здесь было. А, вот, смотри. Типа, я могу переставлять любого персонажа. Ну, Супермен здесь изначально стоял. Это про него как бы, типа, ну, такой вот... Мини-ролик. Это про Супермена. Также можно посмотреть про Чудо-женщину. Ну и, конечно же, про Флэша. Причем вот эта заставка мне почему-то напоминает Injustice 2. Там вроде бы такая же была. Какой бежит довольный. Так, вот здесь пока я, наверное, никого... Хотя, подожди, можно тут вроде бы... И можно посмотреть. Это у нас Доктор Фейт. Он же у нас, да, по-моему, во времени там. Повелитель времени. Ну, куда же без этого-то? Без киборга. Так, и последний кто там у нас? Ну, ёк-макарёк. Дэдшот. Почему-то его здесь Дэдстрайк. Дэдстрайк. Но он же, по-моему, Дэдшот, насколько я помню.
Арсенал-то у него тут не кислый, да, на самом деле? Там от гранат до гранатометов ему. Вот так вот. А вот здесь вот почему-то нельзя, ребята, выбирать. И смотри, у каждого свои. Здесь почему-то я не могу выбирать. Вот здесь можно. То есть еще ставишь кого себе найти. Либо Флэша, либо Чудо-женщину, либо Супермена. То есть выставляешь. Хотя нет, ребята, тут определенные карточки должны быть, смотри. В данный момент я могу только вот отсюда делать набор. Вот так вот. Bad Girl. Опять Bad Girl. Так, капитан Зеркало. Black Manta. Ну, допустим. Так, в характеристики заходим и давай прокачивать. У нас же повысить ранг я вряд ли смогу. Хотя, почему? Если, например, здесь по максималке. Ну-ка, посмотрим. А, не хват... Подожди, что ты делаешь-то? Хватает, да? И здесь. Повышаем ранг. Друзья, Бэтмен получает у меня... Какую там звезду-то? Пятую. Пятая звезда у него. До второго уровня скилл. Тут еще... У легендарных, кстати, бойцов 4 скилла. У эпических 3, у редких 2. А у обычных вообще, по-моему, нету. Так, и уровень, ты посмотри, сколько стоит камней, обалдеть. Кстати, это, по-моему, максимальный ранговый, ну, как бы, максимальные звезды. Тут тоже ничего не смогу сделать. Ну, я пошел тогда дальше проходить основную сюжетку. 4.10 у нас остановилось, то есть вот сюда мы должны будем дойти. До 4.21. Так, если я уберу Black Manta и вот этого, сюда поставлю Грода. Даже не знаю. Так вот сделаем. О, сразу же. Поджарочка, но не уничтожила всех. Ее, кстати, Starface ее на... Точнее, как ее там? Starface же ее звать, да? Надо будет ее прокачать. С дубинкой там пришел. Пум-пум. Ну все, красавчики. Давай сразу следующий. Мы как будто, знаешь, это в тюрьма Готэма попали. К заключенным. Тут, мне кажется, будет либо загадочник босс, либо кто здесь может? Пингвина я здесь не видел, чтобы он был. Либо двуликий. Одно из двух. Кого не могут тут в тюрьме поймать? А, у нас же есть еще и этот. Как его звать-то? Скажи, я скажу. Джокер, ё-моё, конечно же. Про него-то как мы забыли-то? Оу, Бэйн, это же Бэйн, друзья. И загадочник. Фига он встал, загнал. Ё-моё. А пацан-то не кисляк. Ты посмотри. Чё загадочник там делает? Что он такой там? Щиты. На всю команду он повесил щиты. Что-то мы горим. У нас пониженная защита. Бэйн готов. Сейчас, наверное, загадочнику не поздоровится. Смотри, какие-то коктейли молотов, что ли, бросают нас. А у нас хил тут включат. Хил, хил. Давай. Подкоси там чудика. Готов.
Мы там, кстати, тоже им не кисло сейчас дебаф такой повесили. Ты посмотри. Я вот не знаю, правда, что вот это означает. Но это понижение атаки. Понижение защиты. То есть грот нормально так, когда буянит. Наваливает, да? Ты заметил? Так, следующая партия заключенных. Под дебафами, конечно, мы их хорошо бомбим. Ну, грот вот по физической, если брать атаки, не особо-то хороший. Хоть и легендарные карты. Точнее, легендарный боец. Давай сразу следующую посмотрим. Боссов пока не видать. Можно ускориться здесь. На третью ступень переключимся, чтобы быстро вообще разобраться с ними тут. Окей, дальше переходим. Угу. Тут тоже грот, я смотрю, и Бэтмен. Сейчас поджарим. Блин, все равно слабо бьет. Это 4.15 миссия у нас. Да. Мощный чувачок, смотри. Франк. Почему-то... Во, наконец-то побежал, ну... Правильно, в Бэтмена надо. Защита ледяная. Да чтоб тебя. Все, Бэтмен упал. Прошли, ребят. Миссия выполнена. Как это лаборатория. Возвращаемся. Digital Universe. Это что еще такое? Хорошие новости какие-то, он говорит. Добро пожаловать, Бэтгерл. А ну-ка. Так, у нас был Exploration. Теперь вот здесь вот что-то открывается. Что-то новенькое. Так, и еще какой-то у нас... Угу. Ну давай глянем как-то. Что мне нужно сделать? Файт 20 уровня. А он что, будет один? Нет, не один. Нам дают создать команду. Иди сюда. Блэк Манта. Блэк Манта, наверное, назад поставим или как? Давай проверим. Ну, здесь у них 4000 мощей, ребят. Ну, сосунки, на самом деле. Разбирается с полтыка, но это какая-то вещь, команда роботов. А им, наверное, типа того. Так, и мы продвигаться будем сейчас дальше. Ух ты, награда, это... Так. Получили. Так, теперь что? Сюда перешли. Так, покинуть портал. Ну, конечно, покинуть. А что мне еще делать? Что это мы заработали? Так, кликнуть сюда теперь. Бат-цикл. Типа бэт-мотоцикл тут у них. Открыть. Ну, давай. Ох ты. А, он еще и может прокачиваться. Смотри, как круто выглядит, а. Я бы себе такой бы хотел бы байк. Раритетный. Его можно еще прокачивать, оказывается. А что он дает, если он дает прокачивать? Смотри, тут еще, смотри, какие награды. Ого. Вот все, что есть тут. Так, нам нужно вот 10 фрагментов какого-то робота.
А вот и Бэтмобиль. Блин, прикольно. А вот это что такое? Пока это не открыто, недоступно нам. Ну-ка посмотрим, что у нас тут еще есть. Это я прошел. Теперь можно здесь поиграть. Ох, ё-моё. Ну, погнали. Сколько там мощей не показывает, нет? 12482. А, нет, ребята. Все нормально, мы должны с ними здесь справиться. Ну, как они там долго... Две Black Manta? Так, минус акула. Ай-яй-яй. Вот кому по барабану, нашему Франкенштейну. Ему пофиг. На все их не выкрутасы. Вообще, вообще урона не получает. Зато он сейчас как всыпет. Да я думал, он на Black Manta побежит, а он начал этого добивать. Готов. Так, ну что, здесь мы победили. А вот переходим сюда. Базовый алгоритм. Мы можем перейти-то сюда? Так, тут был диалог. Берем сундук. Ага. Так, ну ты видишь, тут уже уровень-то. Ага, 25-й, при этом трехзвездочные бойцы. Уже 10 тысяч мощей. 10 тысяч мощей у нашего противника. Давай, зажаривай этих двоих. Блин, охотница это, конечно, тоже вреднюка еще та. Блин, Black Manta убрать, наверное, надо будет. Что-то он... А хочется кого-то, знаешь, вот кого массовые атаки. Ну, что ты делаешь? Кто-нибудь сделает суперудар сегодня или нет? Во, давай, бомби ее. Не, Франк хорош. Франк меня вполне устраивает. Так, ну что, здесь мы тоже победили. процентов хп. Ну тут же все. Подожди-ка, максимальный хп спереди повысить на 50% или сзади кто стоит, наверное, передним. Ух ты, каких-то 10 странных вещей подняли. Пум-пум-пум-пум-пум. Давай. Так, друзья, ну тут написано уже хард. 30 уровень, смотри-ка, новый персонаж какой-то будет. А я поменять не... Нет, могу. Я, наверное, Black Manta уберу все-таки. И вот этого уберу. Сюда поставлю Грода. Наверное, вот так еще сделаем. Посмотрим. Да, без щитов-то будет тяжко, мне кажется. Ой, как тяжко будет. Блин. Давай, Бэтмен, кого-то там, акулу. Показал. Кто вот это такая, а? Все, Грода быстро завалили. Странный персонаж, у меня такого пока нету. Так, ну это мы пройдем тоже.
тяжеловато, но тем не менее прошли. Так, давай идем сюда. Так, повышение атаки. Забираем сундук. Какие-то кубки. Ух, ребята. 35 уровни. Вот тут-то мы, по-моему, встрянем сейчас. А что, бойца если убили, все, что ли? Он... Кто у нас тут стоял, я уже не помню. А, Грод. Точно, ребята, его нету в нашей коллекции, Грода. Прикинь. А что, я могу сюда поставить, что ли, мотик? Или что это такое? Смотри-ка, поставил мотоцикл сюда. Ну и как ты? И что это нам дает? Мотоцикл, то, что стоит тут у нас там. Ух. Нифига, ты понял? Бэтмобиль приехал, только бы их бомбанул. Вот кого надо бомбить. Да-да-да, иначе у него массовая атака. Просканировал, нифига он. В кого? Эх, надо было не сюда. Защиту ставим. Замечательно. Слушай, как ни странно, но мы здесь победили. И я даже сам немножко удивлен. Все-таки одолели мы противника. Так, что у нас здесь? Алгоритм. Давай. 5 карточек на легендарного бойца. Подожди, блин, подожди. А я могу с ним драться, а могу пойти сюда. Я не вижу смысла с ним драться. Мы могли бы либо сюда пойти, но я пошел вот таким вот образом. Поэтому можно покидать. В принципе. Да, ребята. Награда получена. Секция Б, Б почему-то пока недоступна. Видимо, что-то нужно сделать. Коллекция. Так, тут еще, смотри, этот истребитель Бэтмена. Дравлинг, ну я ведь... Ну что тут написано? Level up. А, level up. Поднимаем уровень. Вон, смотри, точно. За вот эти вот жетоны, которые мы получаем, фиолетовые. Прикинь. До 13 уровня я прокачал Бэтмобиль. И вот он что дает, ребята. Здоровье, защиту и атаку. То есть, я так понимаю, это дает дополнительные бонусы к нашим персонажам. А что ты стоишь? А почему ты не здесь? Потому что здесь ни шиша нету, да? Где-то должны быть брать чертежи. Тоже должны быть варианты где-то их нафармить. Что у нас там? Это что такое? 1, 2, 2 тура, наверное. Два тура. Захотел. А поменять нельзя, все, ребят. Че нажал? Че два тура? Куда два тура? Непонятно. Это я заберу. Коллекция, кошечка. Спасибо за ящик. Ну что, попробуем босса завалить? Или как? Или подкачаемся еще чуть-чуть? Блин, нехватка. Ранг бы ей, конечно, повысить, но не могу сейчас. Воу. Это, ну, этого я не видел, этого не видел. Этого тоже не видел. Кто это такие?
Блэкманта нет. Вот тебя бы, конечно. Резонанс. Давай попробуем. Видишь, тут еще должно вот еще три быть доступно. Давай хоть глянем, что он из себя представляет. Power Ring. Его, по-моему, зеленый фонарь звали, а тут какой-то Power Ring. Нифига у него сколько этих скиллов. Хотя бы вот до сюда дойти, красный ящик было бы неплохо получить. Пойдем, попробуем. 14500. Поехали. Набираем нашу мощь. 12000 и последний. Ребята, все шансы есть у нас на победу над ним. Ну, по крайней мере, по мощам. А уже... Естественно, еще и мотоцикл возьмем. А вот тут вот что такое? Это открывается на миссии 6.15. Тактический резонанс. Вот не знаю, что это такое. Посмотрим. Ну что, зеленый фонарь? Ох, ё! Вызвал тут двух близняшек. Вот это круто. Мотоцикл, то, что помогает, вообще замечательно, ребят. Классно придумано. Так. Слушай, ну если сравнивать первого босса и этого, то мы этого сейчас просто разнесем в пух и прах. Смотри, как у него здоровьем. Что там? Так, можно мне как-то развернуть? Нельзя, да, здесь? Мы его победим. Фух. Разбирается на изи. Вот и все. Он еще убежал от нас. Неплохо, я тебе скажу. Смотри, 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 смотри. Вот. А, тут еще вон как идет. То есть это был только первого уровня. Можно еще перейти на второй уровень. Недовольны. Давай попробуем. Сколько там мощей у него будет? 40 тысяч кун. Какое нафиг? Да ну, друзья. Ну, давай просто глянем. Ну, это трэш. 40 тысяч мощей. Куда нам нафиг тягаться здесь? Я так понимаю, там и награда будет, конечно, шикарнее. Так, мы что-то запрет лечения сделали. Ты посмотри, а пшик это на мне тут. Это не ядовитый плющ ли случайно, нет? Не ее голограмма. Не могу просто пока понять. Так, ты кого бьешь? Ну, в принципе, правильно. Так, что этот фонарь там? Он их забрал к себе опять? Бам! Нифига себе влупил. Да, ты посмотри, как у нас отнимается у него здоровье. По сравнению с первым боем и сейчас. Вообще ни о чем. Просто ни о чем. Ребята, сколько это? 3-4 супермена он призвал. Я сейчас чувствую, нам будет полная жесть полная. Да, об этом она сейчас разберут. Как бы это печально не выглядело. Очень долго разбираем их, очень. Так, остается у него два супермена. Если Бэтмена уничтожат, ну это, ребят. Опять он забрал их. Все,
Все. Бэтмена уничтожил, а? Это мы только одну первую полоску ХП у него отняли, прикинь. И опять он глав свой сделает. Опять этих двух корявых вызвал. Блин, Грод, ну что, он понижает защиту, я смотрю, своим ударом. И... Старфейс сейчас погибнет уже скоро. Надо очень делать хороших танков. Мощных, здоровых танков, которые могли бы выдержать очень много дамага. Я не могу понять, есть ли в этой игре хил. Ну, кто бы мог хилять. Неизвестно пока. По идее, в любой игре должен быть хилер. Смотри, все, сейчас уничтожит ее. Это все, ребят, это крах. Бэтмена нет, легендарных карт у меня вообще не осталось. Бойцов легендарных, так что... А, один только, Грод. Опять свои колотушки. Причем, когда у нас есть возможность бомбить, мы по нему... Франк наносит по нему вообще офигенно, колоссально урона. Потом вызывает голограммы, и все, ребята. И мы ничего здесь сделать, к сожалению, не можем. Ну тут явно мы проиграли. Тут 40 тысяч мощей, ну куда? О, все, 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 проиграли. Проиграли, но тем не менее, ребята, мы набрали, мы взяли все-таки второй сундук. Это шикарно. А что такое характеристики? Да, фонарик не кислый, я тебе скажу. Сколько здесь мощей, ты помнишь, нет? И я не помню. 12 тысяч. Слушай, по идее, должны мы победить здесь. Здесь, да, мы победим. Я уберу вот этого чудика, поставлю Франка. Блэк Манту стоит ли... Так, 15 400, если так. Во, так будет поэффективнее. Поехали. Крок нас тогда, да? Я помню, я ему не забуду то, что он там делал. Ах ты, жук. Давай, ставь щиты. Ледяная стена. Да почему они ходят без остановки, блин? У меня вот эти еще задние ряды вообще еще ни разу не сходили. Что это вот, что это за значок? Никак не могу понять. Так, нормально, этого пробили. Остаются задние ряды. Bad Girl получила по полной. В кого побежишь? Давай Крока. Ох, хорошо-то как. Да, мы пройдем здесь. Остается Крок. Ну, я думаю, что с ним сейчас будет покончено. Есть. Слушай, ну мы прошли. Давай посмотрим, что у нас следующее за стадия. Опа. Фига себе он бомбит. Это у нас этот лучник. Стрела зеленая. Вот это что за магичка. Ну хотя бы ты щиты повесил. Уже спасибо. Правда, эти очень быстро они очень быстро нам разбирают щиты. Ох, ё-моё, нифига у него массовая атака, ты посмотри. Очень лютая. Слушай, у него в основном массовые, да, атаки.
Я вот посмотрел сейчас. Все на массовость заточено. Так, загадочник. На. Франк, все надежды на тебя. На нем дебаф, правда, стоит. Замедленная минус. Блин, не минус. У него заморозка стоит. Пониженная атака, пониженная защита. Тем не менее, не помешало ему бомбануть ее. Ну вот именно по ударам он наносит слабо урон. Есть. Замечательно, ребята. Ох ты. Наверное, надо возвращаться. Так, мы остановились с тобой на 10-й. А тут и всего 15. Получаешь золотой сундук. Золотой сундук. И плюс еще здесь красный сундук. Заточка, заточка. Я так понимаю, здесь, наверное, будет еще. Наверное. Видишь? Готэм. Один. 60% выполнено. Так, кошечка, ты мне готова дать? Спасибо. Здесь тоже заберем. О. А, это понял. Что у нас тут? Забираем. У нас, кстати, уровень 6 вообще-то идет. Ключик. Так, награды забрали. Здесь у нас чемодан. А это премиум пак. Если у тебя есть, то ты будешь получать еще дополнительные награды. Скоро 7 уровень будет. На 7 уровне, наверное, что-нибудь новенькое у нас. О! А, коллекция лаборатории. Да, ребята, у нас открылась новая... Новое древо, которое мы будем проходить. И будем, соответственно, забирать здесь награды. Так, давай я гляну, что у нас тут еще. 10 вот этих жетонов. Так, экипировать 6 что-то раритетных шмоток, наверное, я так понимаю. Мазербокс, а что, у нас что-то есть? Ух ты. Есть жетон, друзья мои. Что, будем пробовать? Эй! Выползло. Чудище. Блин. Так, наверное, надо все-таки идти и бомбить сюжетку. Как ты думаешь? Сейчас давай-ка вот здесь вот заюзаем. Что тут? Ага, 10 карточек на акулу дали. Так, 20 тысяч монет. Это опыт. 260. Давай еще. Пам-пам-пам. И вот это вот заюзаем. Вот так вот. А почему я вот это не могу? А что вот это дает? Трофей. А, так тут можно еще что-нибудь забивать или нет? Если, например, нажимаю на старт. Сундук-то есть? Нет тут сундука. То есть, если ты прошел уже раз, возможно, на следующий день обновление идет. Или как? Ну тут получено, видишь, 100% пройдено. А что будет здесь? А, стадия 6.15. Вот оно что. 6.15 проходишь, и у тебя открывается следующий этап. Так, 3831. Это получается у нас как бы самый... Что там надо дальше? Ёк-макар, чтобы
40 легендарных карточек. Смотри, тактический резонанс. Это откроется после 6.15. Помнишь, мы видели с тобой там у нас, когда в поединке, там можно было выбирать тактический резонанс. Вот он будет, видимо, срабатывать потом. Франк слабоват. То есть Бэтмен у меня получается самый сильный сейчас в данный момент. И вот наши девчули. Вот у нее вот этот вот резонанс по ходу дела, да? Нет, тут на 12.30 открывается какая-то новая система. Битва Starfire. Слушай, ну нормально, мы ее прокачали. Да, неплохо. Так, Грода тоже немножко качнули. Шмотки есть, поэтому почему бы не одевать? Конечно, одеваем. Повысить ранг можно, точно. Окей. Подожди, там что-то было. Скиллы. А, ну, видимо, прокачка пошла, да, я понял. Капитан Бумеранг. Так, Робин. Женщина-кошка. Повышать ранг? Точно можно повысить ранг. Ну, так, у него 5 звезд. А этот не открывается пока скилл почему-то. Резонанс. Слушай, я где-то еще, знаешь, что видел? Не помню я, где это. Френд-лист. Я видел... Как тебе объяснить? Вот, короче, эти ребята, да, каждый от своего, короче, как тебе объяснить-то? Ну, например, Бэтмен, да, это кошка, женщина-кошка, это своя команда. То есть тут еще видел, не могу вспомнить, где это находится. Все команды, которые синергия у них идет вместе. То есть если ты набираешь полностью команду из этих персонажей, у тебя там офигеть что идет. Вот где я это видел, не помню. Так, что тут опять? Он хочет что-то пройти. 6.30 нужно миссию. Так, до 6.30 нужно еще дойти. Ладно, попробуем все-таки допереть вот до 4.21 сегодня. Наверняка там что-нибудь полезное и хорошее нам надо. Что такое? Так это я знаю. Они мне только сейчас показывают, что можно было взять Бэтмобиль. Я уже сам допетрил. Так, она прокачана, сейчас должна бомбить еще получше. Ух! Молодец. Добьет? Прикольный Бэтмобиль. Нет, это не Бэтмобиль, это Бэт-мотоцикл. Бэтмобиль совсем другой. Так, наверное, на третью скорость поставим, чтобы быстрее сделать. Прошло все. Ну, графон, вот исполнение игры вообще, ребята, на ура, честно сказать. И прорисовка, и все. Так, ладно, двигаемся дальше. Сейчас мы пройдем. В каждой миссии, я так понимаю... О! А вот, друзья мои, и пингвин. Оказывается, он здесь есть, будет в игре. Вон он стоит. А что, интересно, он делает? Хотелось бы посмотреть. Успеет он хоть что-нибудь сделать? Фига, он прикрылся. Это ему не помогло. Что он там щитом прикрывается? Опа. Ну, ё-моё, вот и все, пингвина как будто здесь не было. Слушай, вот этот вот стрела зеленая, да, по-моему, величатель. Блин, дамажит вообще, у него массовость такая. Ну, он чисто донатный, я так понял. Его только за донат.
Нет, может быть, он каким-то чудом тебе и выпадет, но шанс, я чувствую, там вообще мизерный. Готов. Так, следующее, давай. Тут можно ускоряться, тут ничего особенного нету. Я, кстати, еще двуликого здесь не видел. И не видел я, что делает ядовитый плющ. Ну, ядовитый плющ, наверное, как всегда, травит ядом. Что может еще делать она? Иди ты со своей дубинкой. Причем сам приехал, бомбанул и уехал. Без какой-либо там помощи. А это кто у нас там? Не понял. Так кто такой? Супермен, что ли, какой-то? Молодой Супермен или кто он? Мне пока не понять. Кто ты? Какой-то пацан. Ну, похож на Супермена. В молодости, да? Скажем так. Сделал бы он какой-нибудь суперудар, чтобы его показали поближе. Да, это Супермен. Он, видел, из глаз лучом бьет. Но почему мальчик? Может, сын Супермена? Не знаю, ребят, пишите свои догадки. Возможно, когда ты его получишь, нам будет ясно, кто он такой. Но для начала его нужно открыть. Вот этот удар хорош. Хорош, что он делает сейчас. Старфейс. На, поджарили лучами. Так, готов, да? Упал. Так, миссия выполнена. Подожди секундочку. Это где мы сейчас? Это мы идем вот на последнюю, да? Триста очков у нас. Почему-то вот эта штука стоит дорого. Может быть, на нее накопить? Давай пройдем. Подожди, а куда это мы полетели-то? Я же там еще не... Или прошли мы? Опа. Какая-то пустыня. Вот такие вот награды здесь. Начинаем сверху, да? Да я команду менять не буду. У нас 16 700 мощей. Солдаты удачи, что ли? Сразу сдуло их. Ну тут все легче легкого. Я поставлю третью скорость. Чтобы быстренько здесь с ними разобраться. Просто на изи. Так, 2000 монет. А вот это вот, ребята, тоже, да? Это уже тоже Робин, но у такого у нас еще нет. У нас есть более взрослый Робин. А это как бы Робин-ребенок, что ли, еще? Опять это Хантерс там. Мы уже добрались до него, да? До пацана, до этого. До Робина. Ох, сейчас ему влетит. Хантерс нам тоже здесь уже ничего не сделает. Она вся задебафанная, посмотри. Ничего не может сделать.
Вот так вот ей. Ну, неплохо. Варворлд. Это что еще за варворлд у нас открывается? Вот здесь. Упс. Арена. Бэтмен. Так, так и так. И что это такое? Подожди, ну. Это ПВП бои, что ли, я так понимаю? По-моему, это ПВП бои. То есть ты выставляешь свою какую-то определенную команду, и они типа тут сами дерутся, ну как бы стоят. Что-то типа того, где-то я такого уже видел в какой-то игре. Ну тут прошли. Ох ты, что-то новенькое мы получаем. Плюс жетончики. Новый сезон начался. Ага, это награды. Рокки, элита, 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 герой, мастер, грандмастер и легендарный. Вот оно как, да, значит? Ага, потом ты можешь приобрести за вот эти вот штучки. Смотри-ка, это этот, что ли? Красный череп или нет? Так, это магазин. Тут тоже магазин. Все можно покупать, приобретать. 6 карточек взял. Ну давай еще посмотрим. Например, принял я. Погоди-ка, а вот сюда вот я могу перейти? Ага, нет, пока не могу. А это с кем драться мне или что? Ну давай, бесплатно. То есть идет откат, короче, в боях, видимо, да? И если ты хочешь сыграть еще раз, ты должен потратить ключ. То есть не дожидаясь определенного времени. Вот, ребят, скорее всего. Как это работает? Так, мы здесь уничтожили. Все очень даже хорошо и шикарно. Все, ребят, прошли здесь. То есть и награда, да? Получаем награды. Что, 20 миллионов монет, что ли? Я получил первый свой ранг, друзья мои. Роги. Рокки, точнее. Роги. Вот оно что значит. Ага. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку. Слушай, ну это прикольно. Это, ребят, на самом деле прикольно. Очень много тут всякого всего можно делать, блин. И там можно полазить, и здесь, и там пошуршать. Оп, еще. Скоро тебе такое, что получим. Ну, 30 тысяч, конечно, это жестко. Так, а что у нас тут? Не понял, вот это что такое сейчас показывают мне? Рамки... Лекс Лютер. Фига, он тут красивый какой. Но это же Супермен. Так. Чтобы его получить, нужно 120 уровня этого иметь, этого и этого. И только после этого ты получишь вот этого
Супербоя? Флэш. А, это ребенок Флэш. Еще малый когда был. Но он больше похож на этого. Скажи мне, я скажу. Как его? Спайдермен, помнишь, там был у него напарник-то? Вот он больше на него похож. Грода, чтобы получить, нужно вот этих вот соединить. Нет, ребятушки, грот у меня есть. Нет, все-таки их можно, наверное, получить. В игре не обязательно что-то скрещивать, соединять. Так, забираем. Фул награды. За сегодня мы все награды забрали. Так, мы прошли, получаем награду. Оп. Тут тоже забираем. За то, что создал гильдию, получаем награду. Так, это в процессе. Это тоже в процессе. Замечательно. Так, ну что, пойдем, наверное, потратим. Ну, чтобы легендарку, наверное, выбить. Я не знаю, что здесь нужно сделать. С каким-то там, наверное, шанс мизерный. Так. Робин. Bad Girl. Ну, да ёк-макарёк. Black Manta. Загадочник. О! Новенький выпал. То есть я могу дальше прокачивать. Блин, вот этих у нас мало. Не хватает. Все, фу, комплектован, чувачок. У меня рот. Опять что-то тут. Оп, чуть-чуть не хватает, да, чтобы получить. Да, у Лекс Лютера, ты посмотри, сколько скиллов. Ё-моё, это какие-то легендарные супер-пупер. Нужно пройти миссию 8.18. Ну вот как-то так. Ну что, друзья, давайте мы, наверное, на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.